Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 1 мая 2020 года. Это Варваровка, Варваровская щель. И неоднократно я уже показывал это место. Здесь он совершил свой подвиг. Здесь находится его могила. Место очень живописное, красивое. Когда-то оно было вообще такое нетронутое. Тут была только природа, красивый вид на море. Ну вот, несколько лет назад стали строить вот этот комплекс Анаполис. Выстроили очень много здесь вот таких вот домов. И теперь они здесь стоят. И когда-то будут заселены. И вообще непонятно, как здесь будут жить люди. Это вообще вот самый непонятный жилищный комплекс, который я когда-либо видел. Потому что, ну, жить здесь практически, ну что здесь делать? Далеко от города, а отдыхать — это же не пансионат, не санаторий, поэтому непонятно. Именно в этот день погиб в 43-м году капитан Калинин вместе со своей группой. Он подорвал себя гранатой, и вместе с собой подорвал несколько фашистов. Ну, здесь воевали как бы румынские части, поэтому не скажешь, что немцев, а румынов. И эти румыны потом его и с почестями похоронили вот здесь вот, как героя, как пример офицерской доблести и чести. Отсюда открывается замечательный вид на море. Море сегодня такое немножко так в легкой дымке. Там еще какие-то коттеджи, дома. В общем, это прекрасное место, видите, как это место уже не такое, как было раньше. Слушаем птиц. Красиво поет. Христос воскрес!